Вітаю, це «Правдиво», і я Єва Бажин. Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про субкультури. Неформали. Вони серед нас. Щодня на вулицях, в транспорті, у магазинах ми зустрічаємо цих дивних, на перший погляд, особистостей. Молоді люди з шокуючими зачісками, кольоровим волоссям та величезними дірками у вухах. Так вони демонструють нам, пересічним українцям, власну ідеологію. Вони не такі, як всі. Старше покоління стурбовано тим, якою стала сучасна молодь. Що це? Протистояння загальноприйнятій культурі чи підлітковий бунт? Хто вони? Члени субкультур? Ізгої або просто інші? Які стосунки у неформалів з родиною та друзями? Чи прагнуть вони шокувати всіх навколо? Або ж просто шукають власний спосіб самовираження та самоствердження? Чи мають неформали свої культи та ідоли? Скільки існують такі ідеологічні угрупування і чи витримують випробування часом? Відповіді на ці та інші запитання ви почуєте сьогодні у «Правдиво шоу». А в нашій студії сьогодні головний герой Ігор Тимошин. Давайте його привітаємо. Привіт. Здравствуйте. Хочу з тобою познайомитися. По-перше, давай зробимо таким чином. Мене звати Єва Бажин, я телеведуча, я головний редактор, я журналіст, я мотивуючий тренер, я продюсер і режисер. А хто ти? Я Ігор. Ігор, ну от як би ти сказав, так? Якщо б тебе запитали, хто ти? Ну, я Ігор. Ще раз? Ігор. Ігор, так. І? Ну, Ігор, скільки тобі років? Мені 15. 15. Окрім того, що ти Ігор, все? Ну, поки да. А скажи, будь ласка, якщо ти просто Ігор, чому ти так цікаво виглядаєш? Що ти хочеш сказати нам тут, людям на вулиці, може, мамі? Та? Я нічого не хочу їм говорити. Мені просто подобається, що я це роблю, і все. А що саме тобі подобається? Ну, із мене черти лиця, к примеру. Там. Косметика, там пірсинг, тонелі. Це мило заняття. А це давно з тобою сталося? Я перепрошую. Ну, взагалі, мені кажется, где-то год назад, може, полтора. Рік. Батьки були проти чи підтримали? Да. Проти? Що говорили? Ну, запрещали, скандали устраивали. Били? Не били. Мені за перший тунель вломили. А що було першим? Зачіска? Чи з рухами сталося такі? Тунелі. Кстати, тунелі мені мама разрешила зробити. Я договорився, хотів на 5 мм такі малюсенькі зробити. Я випрашував дуже довго, мені разрешили. Ну, потім я чуть-чуть більше зробив. Чуть-чуть? У тебе 35 мінімум, чувак. Мені 40. 40, да? Ну, я ж говорю, мінімум 35. Ми чуть-чуть тут з вами профани, тому що я, чесно кажучи, не зрозуміла, про що зараз... Да, ну я намагалася бути на одній хвилі з Ігорем, тому саме так сьогодні виглядаю. Як вам? Ну,
Я в стилі, так? Я в тренді сьогодні, так? І Ігорю, що було першим? Тату, зачіска, пірсинг, тунелі, що? Ну, такого, щоб іменно кардинального були перші тунелі. У мене літ 10, наверное, було, коли я перший раз волосы покрасив на Новий год. В чорний цвіт така. Це була дуже дешевая краска, і чорний не вийшло. Я був зелений такий. Ходив в школу зеленим. Ну вот. Потом в лет 13 я захотел тунели, сделал себе маленькие тунели. Потом пирсинг, там дреды и все, пошло. В 10 років? Ну да. Цікаво. Ігор Тимошин – 15-річний бунтар, неформал і четверта дитина у сім'ї, в якій майже кожен має своє тату. І не одне. Старший брат тренувався робити татуювання, тож тепер у мами на тілі хизується рибка, а груди батька прикрашає орел. Немає тату лише у 9-річної племінниці Бажени, однак і вона мріє про нього із 3 років. На традиційному стилі життя хлопця хрест поставила родима пляма на півобличчя. Однолітки знущалися, а сам Ігор ставав все більше агресивним і замкнутим. Після розлучення батьків почав кричуще одягатися і навіть фарбував волосся. І це лише у 7 років. А у 8, всупереч батькам, сам собі зробив перше тату. Однак тепер його соромиться. Проте ні протести, ні критика, ні виключення зі школи не зупинили хлопця, тож він продовжує шокувати оточуючих своїми новими образами. Якщо ти дозволиш, хочу надати слово мамі, Марині, вона сьогодні в нашій студії. Передай, будь ласка, мікрофон. А от мама. Марино, як так сталося, що от Ігор 10 років, чому і ви начебто були проти, Ігор сказав, а потім? Було раніше, не в 10, було років 8. Это первый был такой пунктик, он захотел татуировочку себе. Маленькую-маленькую. 8 лет. Да. Хотел сильно, просил, плакал, не разрешали. Потом я говорю, ну ладно, на ноге вот здесь маленькую. Он сделал. Потом еще начал просить. Я говорю, ты обещал все, пока вырастешь до 15, до 16. Ему запретили, он сделал сам. Сделал себе смайлик, но он не покажет. Он пожалел. Вот. Это было первое. Ну, потом были такие у него желания покрасить волосы. У него беленький волос. Он, я черным. А еще школьник еще совсем маленький. Я говорю, нет, ну как ты в школу пойдешь? Нет. Ну, на Новый год. Хитрый подмазался на Новый год. Разрешила. Покрасился, ходил долго зеленый, конечно. Пока оно все вымылось. Ну, постепенно, потом ему уши. Малюсенькие, только вот 2 миллиметра, 5 миллиметров. Я нет, ну просил долго, я не знаю, года 2. Это так, я, конечно, против этого всего, но люблю его, сын мой. И уже начинаешь смягчаться, а он знает эти дела. Обещал, не будет больше, ну, стратил. А вот вы вважаете, с чем это связано? Чему он захотел так проявляться еще и у 8 лет? Я думаю об этом часто. Я думаю, это он как бы назло, вызывающе себя вести. А чему? Вот со сверстниками, со старшими детьми были у него ссоры, дразнили его. Родимое пятно на лице. Дразнили? Ну, что дразнили? На лице родимое пятно. Где? Он уже отличался. В наше время в обществе как бы это уже не есть. И где? Такое, есть, видите, и всегда есть. Игорь, да, есть. Грим. Половина лица как бы все равно процесс цивилизации. Тань, справа в том, что зараз ты в гримі, так? Да. Да. Частково в гримі. Справа в том, если ты это правдиво шоу, так? Тому мы дуже відверті. У Ігоря на одній частині обличчя величезна червона пляма, так? На півобличчя, яка і на оці, так? Око теж задіяно. І він намагається це маскувати. Я відкрию тобі тайну, тому що я хочу бути відвертою з вами теж. Якщо ти бачиш, на моєму обличчі теж з правої сторони є гемангіома, але її вчасно видалили
тому на сьогодні у мене цієї плями немає. Коли я спілкувалася телефоном з твоєю мамою Мариною, так, я запитала: Марино, а чому не можна було, так, мені ж набагато більше, ніж Ігорю, але були от, вже були можливості щось змінити і підкоригувати. А от ви не зробили, в чому була причина? Невже от фінанси і це настільки дорого коштувало? Да, причина – фінанси. Ми робили дві обробітки. Одна стоїла тоді порядка 6 тисяч. Це йому було 5 лет. Це 10 лет назад. Угу. Вот. Ну, зараз лицо росте, мені об'ясняли, він був маленьким. Лицо росте, пятно росте. Зараз воно ще дорожче, і ці імпульси подорожали. Угу. Ну, фінансово ніяк. Ти кожного дня маєш робити мейкап? Ти ходиш тільки, коли хожу куди-небудь. Угу. Ти цього соромишся або це нормально? От, Марина, я вже привик, я навіть не хочу його нікуди убирати. Я думал, вот, типа, ну, я соромлюсь своего тела пойти, но я передумал, думал, что, может, он не как-то там стрёмно выглядит, просто красный. Сегодня... Скажу, Дева, у меня вопрос созрел еще по ходу рассказа мамы. Извините, у меня такой вопрос. Так просто рано у мальчика это началось, лет с 8. А что думает отец по поводу этого всего? Пришли без папы? Я не знаю причину, почему есть у ребенка папа, нет. Что думает папа? Поэтому как он на это реагирует? Как он ведет? Он же мужчина, ему это ближе, это у вас мальчик растет. Папе тоже это не нравилось. Он пытался запретить. Пытался запретить и ругался, но... Ну, он же не губы красит в конце. Этот не победил. Подождите, 6 тысяч гривен, Саша, вы говорите, у тебя 8 лет бы ребенок начал это делать. Я посмотрел на твою реакцию. Я ни в коем случае не хочу. Я понимаю, что у всех людей бюджет так, и распределяется по-разному, но я считаю, что это реальная сумма, чтобы собрать ее. На самом деле изначально. Да, но это одна обработка, а их нужно 8-12. И потом... Извините, я думал, это разовая операция. Да, нет, Саша, это не разовая. Но дело не в том, мне кажется, что дело... Мне сразу почему-то на ум пришел солист Aesthetic Education группы. Я, к сожалению, забыла, хотя знала, как его зовут. Вот. Человек, у которого пол лица, скажем так, ну, не изуродован, но у него тоже такая, как бы, да, врожденная проблема. Человек известная личность, человек публичная личность. Это абсолютно не уродство, это просто... Это не уродство, это абсолютно. Сейчас столько вокруг людей с большими увечьями. Куча детей инвалидов, к сожалению. Куча, я не знаю, всего. Мы видим вокруг этого много, тем более в наше время сейчас, в этой ситуации. И до этого. Это не есть для детей. Если вашего ребенка дразнят, извините, в школе, в 21 веке из-за того, что у ребенка врожденная... Да. Вообще практически мало, вообще это не дефект, это вообще ничего, он не отличается интеллектуально от сверстников, он играет на том же уровне с ним и в игры, он абсолютно развитый мальчик, ничем не обделенный, у него есть полноценная семья. Тіана Раві, лідер декаданс проекту «Одна», одного з найнеординарніших явищ в сучасній українській музиці. Чарівна фронтвумен колективу Тіана своїм сильним і тим не менш безмежно чуттєвим вокалом вдало поєднує рок-балади, блюз, елементи трип-хопу та ритм-блюзу. Пісні гурту «Одна» з першого звуку проникають в душу. Її музика створена життям, вона виражає жіночі емоції з чоловічим характером. Яскрава співачка – лауреат понад 10 конкурсів і фестивалів джазової музики. Проте, як і всі творчі особистості, Тіана шукає себе у різних напрямках. Он не отличается интеллектуально от сверстников. Он играет на том же уровне с ним и в игры. Он абсолютно развитый мальчик, ничем не обделенный. У него есть полноценная семья. Ему можно заниматься всем, чем занимаются дети в его возрасте. Да, ты намагаешься зараз найти причину. Я же говорю, причина, да, психологическая. Знаешь, коли ты зрозумієш причину? Тому що сьогодні є в студії не лише Марина, а старша дочка Оля, так? І ще сини сьогодні, так, ваші? Старшого нет. Старшого сина немає. Якщо ти дізнаєшся історію цієї родини, вона неймовірно цікава. От дивись, якщо подібна ситуація сталася з хлопчиком, 8 років, так? Наскільки я знаю, то, Марина, у вас теж є тату? Ну, це вже хлопчики почали. Справа в тому, що старший син Марини, він робить татуювання. І перші роботи, спочатку був тато, там був орел, ну потім вже мама, там була рибка, наскільки я знаю.
Потім прийшла маленька бажина, яку ви сьогодні бачите на програмі, їй 9, тоді їй було 3. Сказала, я теж хочу тату. Да. Марина, у тебе теж є тату? Хочу жабку от здесь, і заплакала, говорить, ну я так боюсь. Ви зробили? Ні. Маленька була, 3 годик. Ні, ще ні. А бабушки Чехова тут. Просто діло не в тому, Єва. Одно діло, коли старший син, наприклад, він робить татуровки. Одно діло, це взрослий чоловік, він виріс, він реалізовує себе, як хоче. Йому в кінці концов сповнилось коли-то 18 років. Це його професія, це його вибір. Це раз. Деньги, извините, да. Друге діло, коли твій син 8 лет берет и красит сам волосы себе какой-то краской. Покрасил в принципе. Позже. Это еще, ладно, нет, сказали, что 8 лет, мама говорит, это произошло. Только пошел ребеночек в школу. Давай, вот, Оля. И вот это дорвался на краску. Почему? Хочешь еще... Оль, так? Хочешь еще сказать, или резко? Покрасила его я. Ну, и покрасилась сама тогда. Я была блондинкой и покрасилась сама. Думала, это хна, оно смоется. Я была такая же зеленая. Где вы на Подоле живете, наверное, да? На Подоле живете где-то? Чего? Без язык? Знаешь, почему-то просто большее количество таким образом одетых людей можно встретить на улице Борычев Тик. Там внизу, или где-то на горе, там, где зеленый театр, там тоже бывает часто. Ну, это так субъективно, наверное. Что тебе нравится? Вы хотите гражданскую позицию? Что у тебя? Да, отцепитесь вы от меня, господи. Если не отцепляетесь, то нужно отвечать уже как-то. Не всегда это словами можно сделать. То есть, мне кажется, если у тебя изначально, если существует какая-то причина в том, что тебя не понимают сверстники, хотя, я думаю, причина не в этом, а в том, что тебе это просто нравится. Если есть причина в том, что тебе как-то достают этим сверстники, то этот вопрос решается другим образом, ну, а не визуальными какими-то эффектами. Олександр Кривошапко – прямолінійний, брутальний та один з найпривабливіших молодих українських співаків. Фіналіст шоу «Х-Фактор» став переможцем у 52 українських та міжнародних музичних конкурсах. Його тіло прикрашають більше 15 татуювань, а у вухах красуються велетенські тунелі, які давно стали візитівкою артиста. Хоча сьогодні Кривошапко і планує від них позбавитися. А ще, каже, в кожному його тату є сенс, а деякі татуювання присвячені певним подіям в житті. Першим зображенням на тілі співака став кролик-символ «Плейбой», який він набив у інтимному місці. Його дружиною була Тетяна Денисова, відомий хореограф, постановниця шоу «Х-Фактор» і суддя українського проєкту «Танцюють всі». Однак 2 роки тому пара розлучилася. Якщо у тебе... Изначально, если существует какая-то причина в том, что тебя не понимают сверстники, хотя я думаю, причина не в этом, а в том, что тебе это просто нравится. Если есть причина в том, что тебе как-то достают этим сверстники, то этот вопрос решается другим образом, а не визуальными какими-то эффектами. Мне кажется, в данном случае, если мы рассматриваем комплексную эту ситуацию, да, то это дело в том, что человеку просто это нравится. Ну, слушайте, нравятся мне туннели. И давным-давно я мог бы их снять, как это многие говорят мне, но они мне нравятся. Если какие-то вопросы какие-то у кого-то возникают, я могу это объяснить, обосновать, мне, в принципе, просто это, лень этим заниматься. Мне кажется, исключительно все дело в том, что нравится. Знаете, есть такая штука, как любовь к татуировкам. Я люблю, допустим, эту боль от татуировок. У меня их там не очень много, штук 15, наверное. Да, я думаю, у вас больше. Ну, почему? У меня. Ну, значит, меньше, не знаю. Я, допустим, мне это в кайф. Мне это нравится, мне это прикалывает. Точно так же и у большого количества людей. То есть я не думаю, что здесь причина в том, что здесь просто есть некое пятно. И, кстати, это реально работает. Работает, потому что я даже себя отметил, что девушка, ну, просто сидела за столиком в кафе рядом девушка, я заметил, что у нее достаточно много татуировок. И я понимаю, что если убрать с нее татуировки, будет обычный, обыкновенный ботан. Но они делали ее почему-то сексуальнее. Может быть, это субъективное мнение, но вот я отметил и недавно буквально вчера зафиксировал это. Просто учитывая, что общество... Обращаю на нее внимание, потому что у нее татухи, я их рассматриваю. И, ну, понятное дело, что все половина под одеждой, и ты пытаешься себя где-то представить. Касательно это сексуальный просто человек, который делает это почему-то в нашем достаточно утрамбованном, консервативном понимании, это человек, который способен идти на большее, ну, да. Без приступа к черту. Хотя, конечно, ничего в этом нет. Ну, господи, намалевал человек что-то себе, это же его дело, господи, какая разница, правда, теперь кем точно не нужно. Тема как раз передачи не татуировки, во-первых. Потому что на самом деле вот как раз татуировки... Ну так, зачепилось, да, разумеется, это как бы то, что сейчас очень обыденно.
вот серьезно, недавно что, вообще была в стране, где вот каждый второй ходит с суровкой. Причем даже возраста пенсионного. Вообще это не важно. Иногда недавно это не смотрится красиво. Чувак, а можешь сказать, что есть же тусовка у вас? Чем вы занимаетесь вообще? Что, кто вы? Я лично, когда мне было 15 лет, я был. Давайте поговорим о сути, да, не о форме. Да, как бы по сути, а не о форме. Что ты, что-то рыбов? Я был бэмером. Я катался на BMX, и мои друзья, мое движение, мы катались на BMX, ну и просто нам нужно, мы просто обязаны были что-то с собой делать. Ну просто да. Бэмер просто в бейсболке, это было не круто. Поэтому либо татуировка, либо туннель. То есть это была на самом деле такая движущая сила в нашей движухе всей. А мне интересно, вот чем вы занимаетесь? Вы собираетесь, понятное дело, покупаете там, не знаю, портвейн или что-либо, вы не пьете, там, не знаю. Я никогда собираетесь, не гулял так компашками. Вы как вы себя называете? Я никогда в жизни не гулял компаниями, так что во дворе, я всегда где-то ну, дома там сидел. Ну, единомышленники твои, с которыми друзья какие-то приятные. Больше, ну, я не общаюсь со сверстниками, мне с ними неинтересно. Общаюсь с людьми, которые намного старше меня. Да, да, вот... это я тоже знаю, это все говорят, это круто звучит. Ты мне скажи, а чем вот твои взрослые компании, чем они занимаются? Ну, это, не знаю, извини за мою древность, я такой древний, сказать. Раньше старый нефр. Этот, а чем вы занимаетесь? Ну, там были у нас панки какие-то, были готы, были трейсеры, были всякие бэмеры. Ну, вот что вы делаете? На концерты ходим. На концерты ходите? На какие концерты? На какую музыку? Ну, вот, Morph and Suffering сидят. Не, ну, мне же интересно, а? Какую? Какую? Morph and Suffering, вон сзади сидят. А, ну, ребят, слушай, ну, нет, тут вопросов нет, просто мне интересно, почему... Ну, он примерно, видишь, на такую музыку, он и слушает примерно в том же ключе. Мы уже изучаем происхождение пірсингів, татуировок, да, правильно? Я тому і намагаюся надати слово кожному з вас тут, аби ви пояснили, може, у вас інша позиція, так? Може, ваше проявлення, воно має якусь іншу мету, ну, що це, як це? Наверное, начну я в порядке не строго очереди. Открою один большой-большой секрет. Проблематика начинается не с родимого пятна, не с каких-то дефектов, не с лишней родинки посреди лба. Она начинается с того, что у человека изначально может быть другое восприятие жизни. Так у каждого свое бачення цього світу. Оно абсолютно может быть совершенно неординарным и очень сильно отличаться от того, что принято в социуме. Это нельзя выразить так легко словами. И как следствие как бы находится какой-то повод. Обычно это полнота и также неумение ориентироваться среди людей. Как следствие, человек начинает проявлять себя и показывать, я не такой. Это подсознательная реакция. Почему? Потому что, когда человек проявляет себя настолько ярко, во-первых, он сразу, можно так сказать, перестанет интересовать тех людей, которыми ему не по пути, и может за счет вот этого банального внешнего фактора привлечь себе тех людей, с которыми ему действительно будет интересно. Це здогадки. Я не бачу на вас нічого такого, аби запитати у вас на вулиці, чому саме так. Нік, я тебе дуже прошу. Просто вопросы всегда в тату. Так, дай, я хочу у вас дізнатися, чому так у вас? Якщо можна, я хочу з вами бути відвертими. Я вам ставлю такі питання, які ставлять в кут тих людей, з якими я спілкувалася. Вони кажуть, що ж далі буде, хто буде там? То, что они спрашивают каждый день. То, что у них все остальные получают, да, спрашивают. Кость, зрозумій, якщо їх це питають кожного дня, це означає, що це актуально, і хочемо ж знати, розумієш? Надіюся, що тебе відповідять. А? Надіюся, що тебе не відповідять на це. Ну, надія, вона ж помирає останнє. Мені кажется, интересно сразу посмотреть, на какой концерт ходят ребята, какая группа будет играть, почему они слушают эту музыку, и почему им там нравится, то, ну, проанализировать последствия уже, потому что факт налицо. Костянтин Боровський, 34-річний екс-учасник Quest Pistols та KBDM, хореограф, режисер, дизайнер, татуювальник і веган. Не боїться дивувати своєю незвичайною і яскравою зовнішністю, неординарними захопленнями та витівками. І сам має багато незвичайних тату. Наприклад, між лопаток у нього набитий символ, який значить, що його тіло йому не належить, а є власністю Бога. На лівому боці Хануман, герой давньої індійського епосу, символ вірності та відваги. На безіменному пальці правої руки набита обручка, адже, звичайно, у нього широка і важка. Боровський – один із творців оригінального одягу під лейблом KBDM. Індійські мандали, хрести та геометрична символіка подібного в Україні немає. У Костянтина є дружина та трирічна донька балерина. Каже, у них знаходить своє натхнення для творчості і написання музики. Його кредо по життю, щоб змінити світ, треба змінити себе.
На какой концерт ходят ребята, какая группа будет играть, почему они слушают эту музыку и почему им там нравится, то ну, проанализировать последствия уже. Потому что факт налицо. Это уже мне спрашивают, кажется, ребята, что вы делаете, уже поздно. Кажется, мы до конца сами не знаем, зачем это делать. Лично я никогда, сам, ни мои друзья, которые делают туннели, никогда не могли ответить на вопрос, а зачем ты это сделал? Потому что идеология. Или что-то, это максимум, что я себе доставал. На самом деле это все просто... Розумієш, це все просто. Ти сам відповідаєш. Тобто немає сенсу. Я зробив щось, що я зробив, я сам не розумію, і дати пояснення тому я не можу. Будь ласка. Вірно. Ну, а нас навіщо робити щось, що не має сенсу в житті? А як це? Ну, дайте сказати, Саша. Сейчас, секунду, я сразу замолкаю. А як це? Це ж моє діло. Почему кто-то должен мне, типа, почему ти одіваєшся так? Да, а ну, что, когда-то кто-то что? Тебе так сказал? Саша, никто не повинен, але мы все люди, розумієш, мы спілкуємося. Ну хорошо, мы... ладно, я помолчу. Я будь ласка. Опять же нет. Изначально прозвучал вопрос, сейчас долго обсуждаем вот тему. Сказали, что вы хотите этим видом своим показать? А кто сказал, что мы хотим что-то показывать? Мы просто делаем то, что нам нравится, и все. Мы это ничего никому не показываем. И все, ну, то есть точно так. Вы краситесь, вы как-то одеваетесь, это ваш вкус, это наш вкус, и все, и просто, и сидит мальчик, ему 15 лет, ему задают вопросы, его там забили в угол, он прекрасно знает, что сказать. Вы уважаете, немножко... что мы забыли его вкус? Да, да, немножко он в углу сидит. И, ну, говорили много про пятно, и я прошу прощения, вот не знаю, как вам Татьяна. Обращаться. Татьяна. Говорит, что Татьяна. Вот это пятно... На самом деле есть группы, там выступают. Нет, я вообще сказала, что есть очень много людей. Да, есть вокруг. Очень много, но это не значит, что это опять-таки пример. Нужно быть на месте человека, чтобы это испытать. Вы до этого тоже фразу, я не помню, о чем сказали, что нужно быть на месте человека, чтобы, ну вот вы говорите, да, они такие же полноценные и все такое, да, прочее, все. А быть на этом месте и жить с этим, это совсем другое, да, никто не сможет прочувствовать. Мне есть чем жить и быть на своем месте, во-первых. А, я вспомнил, вы говорили про детей. Вот как вы минимум. Своему ребенку 8 лет разрешили такое делать? Нет, или ни что? В коем случае. Краской красить волосы ребенку 8 лет я бы не решила раз. Во-вторых, вы говорите, вы правильно говорите, вы сейчас, вам взрослый малышек, вам ногти. Ногти красить можно? 8 лет. Ну, девочкам. Девочкам. Как только девочкам. Что за сексизм? Мальчики уже в это время, по-моему, им уже неинтересно красить. Попахивает сексизмом. Вы правильно просто говорите. Просто где грань, когда возраст человек такой, хочет... А сережки в 3 года то, что нравится в данный момент, и а бывает запреты. И при рождении делают, ну, вот. Ну, прокалывают уже. Но это же немножечко, сейчас мы не о том говорим. Так, говорим о том, что вы взрослый человек, вы решите для себя, вам нравится, конечно, вы можете. Ну, почему вы не можете? Но если дочка в 3 года подходит, говорит, мама, я хочу сделать татуировку, и ребенок... Ну, разок шлепнуть, и все, ну, господи. Да, это еще можно решить. Постоянно бабушки и там дедушки очень часто и спрашивают, не а это смывается? Ну, то есть это можно им смыть интересно, как-нибудь? Ну, им цікаво, ну давайте розповімо. Не смывается. Ну, чему? Вам жалко, вам сладко, вам тяжко. Они же смотрят, давай. Понимаете, когда я говорю, что оно не смывается... Саша, тому, чтобы каждому не пояснювати, я зібрала вас всех, поясніть один раз. Это хорошо ответил. И все равно не хочете. Согласен, тут ты замкнула. Так. Когда говоришь, что оно не смывается, тебе не верят, потому что, ну как, что будет в старости? Это самый главный вопрос, и больше всего волнует бабушек. Ну вот, а встречный бабушек, дедушек, просто встречный вопрос, а кто обращает внимание на бабушек, дедушек вот в старости? Ну то есть какая разница, какой я буду в старости, если на меня не будут обращать внимания? То есть, ну как бы мы живем сейчас, получаем удовольствие от жизни сейчас и хотим именно сейчас... Ну, вот такими быть. У вас у вухах були тунелі раніше. Чому зняли зараз? 45 було. Так. Мало... Не хватило ткані. І що зараз? Нічого, просто. Ви чекаєте, коли там відбудуться трансформації? Так вам зручно зараз? Да. Не жалкуєте, що так от? Ні, ще спліт є. А скільки вам... Я перепрошую ще раз. Спліт теж є. А можна пояснити? Я просто не зовсім. Ой. А от давайте про цю... Це операція достатньо серйозна і коштовна, правильно? Лезвие просто і все. Господи. Лезвие, скальпель. А як вас звати? Діма. Дмитре, скажіть, будь ласка, я знаю, що та операція, яка у вас зараз вже була зроблена, дякую, що ви на цьому світі, я знаю, що вона настільки небезпечна, що там неправильний рух і... Ні. Це не так. Просто порізали, зашили і все. І все? Так. Раньше пережигали, сейчас зашивают.
Угу. А скільки вам років? Я... 25. 25. А у вас є родина? Є. Так? Так. Да. Тільки мать, все. Мама, а, так? Тоже. Мати. А ви не думали про, там, про дружину, про дітей або... Всьому своє время. Наприклад? Ну, как бы надо самому на ноги встать, чтобы мог что-то дать человеку, обеспечить, а тогда, тогда уже глубоко заводить семью. После программы появится сразу. А где вы працюете? Я работаю поваром. А где, Дмитрий? Где именно работаю? В Желтом море на Абалоне. Угу. А это ваше первое место работы? Нет, это уже пятое или седьмое место работы. Угу. А... Ну, как бы мне изначально с Желтого моря уволили бренд-шеф сети, потому что он сказал, что мой вид, мой внешний вид, это не внешний вид повара. Вот и все. Меня взяли и уволили. И как снова вы опинулись на работе? Потом вернулся старый шеф-повар и забрал меня на работу, потому что он знает, как я работаю. Все. У меня был один случай. Мне было 18 лет, у меня были зеленые волосы. И стало мне интересно вот, ну, поискать себя в сфере стриптиза. Я пришла в стриптиз-клуб на собеседование, села. И мне сказали, что, вы знаете, вы нам не подходите. Я говорю, почему? Они говорят, ну вот у вас и фигура хорошая, и лицо, и все. Ну вот у вас волосы не такие. И сейчас я понимаю, что моя нестандартная внешность, в принципе, меня спасла от какого-то опрометчивого выбора. Это здорово. А я хочу привести обратный пример, когда, так сказать, неординарный внешний вид, наоборот, помогает устроиться на работу. А на самом деле, если так сказать, я представляю субкультуру офисных работников, я работаю в крупном издательстве, мы выпускаем серьезные журналы для учителей, для врачей. А до того я тоже занималась всевозможной писательской деятельностью, редактурой, журналистикой. И один раз, то есть действительно из-за того, что у меня были в резюме синие волосы, на меня обратили внимание, пригласили на собеседование. В природе у животных есть разная расцветка, мимикрия, да, есть такое понятие, когда разноцветные животные, они более опасные, то есть там насекомые желтые, там яркие какие-то лягушки красные, они все ядовитые. Так может быть этот цвет волос и этот внешний вид говорит о том, что не трогай меня, оставь меня в покое, пройди мимо, удивись, не трогай меня, не спрашивай, не задавливай меня в очередь. Одной раз, так, вот, да? Потому что закрыться. Эти вопросы на самом деле каждый день сказал, очень достают. А кто-то сказал, не хотим закрываться. Безумовно, разумеешь. Ты не закрываться, это твоя идея. Ты не хочешь, Саша, ты вообще... Я просто тупо отвалить. Просто отвалить, это говорят другие формации, Саша. Вы знаете, я с одной стороны дуже рада, что саме таким чином будується діалог, який не будується взагалі, тому що він показує ситуацію, яка відбувається саме в Україні. Розумієте? І порозуміння ми не знайдемо, тому що ми на сьогоднішній день з вами, я не кажу лише ви, я теж, і ті люди, які спровокували цю програму, ми не готові домовлятися, ми не готові говорити, ми не готові відповідати і пояснювати. А коли буде саме таким чином, ми не можемо називатися суспільством. І тому, коли до вас підходить хтось і запитує, чому, так, ви вийшли на вулицю, це нормально, ми спілкуємося. До мене підходять люди і кажуть, слухай, ти що, дурна, нащо ти вдягнула такі підбори, ти під 2 метри росту. І я пояснюю, да, чому от, це так. Не тратить на це час, зачем? Я скажу про я музикант, и все. Этого достаточно. Супер, ты музыкант, все. Все. А тут класс, сразу... А, ты чему музыкант, у тебя должны быть дурки, дырки в ушах. Дело в том, что на самом деле проблема есть. Не надо говорить, что проблемы нету. Я не представитель субкультуры, да, и... Какое-то время меня эти люди раздражали, потому что я тоже не понимала, что это, зачем это и что действительно, о чем они пытаются мне сказать. Но с некоторых пор я питаю очень большую симпатию к этим людям. И на данный момент они, да, они очень часто не могут ответить на этот вопрос, может быть, потому что они сами этого не знают. Но 100%. В обществе этим людям отведена определенная роль, очень важная, замечательная, симпатичная. Эти люди настолько проявлены индивидуально, что они провоцируют остальную часть общества обратить внимание на свою собственную индивидуальность тоже. Даже если она так ярко не проявлена во внешнем виде, она есть в каждом человеке. И чем больше люди зажаты в какие-то рамки воспитания, в какие-то рамки, которые дает нам детский садик, школа, институт, работа, в общем, вся система, да, в которой мы... Некогда все ходили строем, да, вот эти люди, чем больше человек зажат,
тем нужнее вот такие вот люди обществу, потому что они, они действительно раздражают и... Кого? Кого вот, тебе вот эти вот меня лично раздражали, пока туннели не сделал. Да, вот они, они раздражают, пока человек зажат вот в эти рамки, скажем, воспитания или какой-то системы, да, мочили. Вот эти люди, они помогают обратить внимание на свою индивидуальность и раскрыть ее. Я однажды испытал действительно шок и ужас от того, что люди вокруг были одинаковые. Стоит попасть, допустим, в Макдональдс на метро Харьковской, ну, в районе Харьковской, где-то в выходной день. Ну, как-то так сложилось время, я захожу в этот ресторан, я был в шоке от того, что люди все одинаковые. Такое ощущение, что это были все какие-то папы, с папа со стройки, мама с рынка, дети тоже, для них это праздник. Они все плюс-минус в одинаковой одежде и такие, как зомби. Олександр Хімчук, лідер проєктів «Махно Проджект» та «Естрада Рада», кліпмейкер, автор пісень і продюсер. Його колектив поєднує діджей-культуру з живим перформансом. Це український проєкт, якому неможливо знайти альтернативу. Його музика не потребує реклами. Вже 5 років поспіль від найвіддаленішого селища з одним приймачем до найдрайвовіших клубів України та Європи звучить хіт «Одеса Мама». А мільйони прихильників танцюють під його ритми. Олександр вважає, життя стрімко змінюється, і поняття про класику вже давно пора було б поміняти. Він любить джазові стандарти, але джаз-авангард вважає горем від музичного розуму або музичною мастурбацією. За словами Хімчука, у музиці не повинно бути розуму, у музиці має бути душа і секс. Я был в шоке от того, что люди все одинаковые. Такое ощущение, что это были все какие-то папы, с папа со стройки, мама с рынка, дети тоже, для них это праздник. Они все плюс-минус в одинаковой одежде и такие, как зомби. И благодаря тому, что это, вот это вот все разбавляют панки, фрики, неформалы, татуированные люди, мы как-то немножко веселее, по-моему, живем. Поэтому давайте похлопаем Сгодно. Фрикам, панкам. И людям, которые ярко себя проявляют. Можно сказать мне? Я дякую вам за ці відвертості, які лунали сьогодні, адже дехто з вас дійсно був відкритим, дехто був настільки закритим, що ми зрозуміли, у кого що хворіє і дещо болить. Це для мене так. І я дякую вам. Я не розкрила цієї теми сьогодні, я думаю, ви це зрозуміли, але... Наш глядач, який побачить вас в цій студії, я думаю, це буде наступний крок для нього, аби підійти знову і запитати знову. І наступного разу, може бути, вони почують відповідь. Я це бачу таким чином. Дякую, це правдиво. Наступного четверга я знову чекаю на вас. До зустрічі, бувайте здорові. Дякую.